В региональном МЧС в связи с последними событиями активизировали работу с населением. Проходят рейды в садовых товариществах. На их территории в этом году зафиксировано несколько десятков возгораний. В профилактических целях в воздух поднимают беспилотники. Техника фиксирует нарушения, которые могут привести к беде. Сжигать мусор на садовых участках рекомендовано в специальных огнеупорных емкостях с крышкой в 50 метрах от домов и деревьев. Это правило действует в Прикамье в связи с началом пожароопасного сезона. Сейчас следовать всем рекомендациям крайне важно, отмечают в МЧС. Рейды показывают, что нарушения в садовых товариществах есть и необходимо их оперативно устранять. Массив Алешка был выбран не зря. На сегодняшний день здесь уже произошло 2 пожара. В прошлом году их было также зарегистрировано 2. А вообще на территории Краснокамского городского округа на этот период уже 13 пожаров зарегистрировано в садоводческих некоммерческих товариществах. Был составлен один административный материал по составу событий административного правонарушения статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Ну, с остальными жителями провели профилактическую беседу. МЧС напоминает, при обращении с огнем необходимо быть внимательными и осторожными, соблюдать требования пожарной безопасности. Иначе могут возникнуть серьезные неприятности. Дома, дачные постройки, зеленые насаждения огонь уничтожает за считанные минуты. Татьяна Овсянникова, телевизионная служба новостей.